Многие из нас свято верят витаминам, мол, чем больше мы будем принимать разных таблеток и капсул, тем станем здоровее и крепче. Однако только десятая часть этих полезных веществ усваивается в нашем организме. Все остальное может превратиться в токсины и нанести серьезный вред здоровью. Так стоит ли выбрасывать деньги на ветер, переплачивая за лекарства в десятки раз, к тому же не зная, помогут ли они нашему организму или наоборот, отравят его? Главная задача любого лекарства – принести пользу организму. Цели биологически активных добавок абсолютно такие же. Если они не усваиваются в нашем организме, то становятся просто бесполезны. К сожалению, подобные препараты в виде таблеток и капсул приносят минимальную пользу здоровью. К тому же они плохо усваиваются в желудке. Оптимальным вариантом считается добавка в виде суспензионного геля. В таком состоянии полезность веществ возрастает и стремится к самому максимальному показателю. Сравним для примера популярный препарат для суставов Тераплекс и Эйджелплекс. Тераплекс содержит такое же количество глюкозамина и хондроитина, что и во Флекс. Кроме того, стоит он чуть больше 1000 рублей, что значительно дешевле, чем Эйджелплекс. Напрашивается вопрос, зачем платить больше? Однако все проясняет инструкция. Так, в Тераплекс биодоступность по отношению к синовиальной жидкости для хондроитина 13%, для глюкозамина 25%. Синовиальная жидкость – это густая эластичная масса, заполняющая полость суставов. Таким образом, в суставы попадает только от 13 до 25% препарата. Получается, что реальная цена лекарства возрастает сразу в 4 раза. Другими словами, чтобы получить точно такой же результат от Тераплекса, как от Эйджелплекс, необходимо купить минимум 4 упаковки, потратив почти 5000 рублей. Кроме того, во Флекс содержится еще два полезных вещества для суставов. Это МСМ, органическая сера, которая обладает противовоспалительными и болеутоляющими свойствами, а также целодрин, фтизиатовые жирные кислоты, которые восстанавливают утраченную суставную смазку, снимая тем самым боль и воспаление. В Эйджел используется особая технология хилирования Альбион, которая связывает все биологически активные вещества с аминокислотами, и в результате достигается невиданная до сих пор степень усвоения практически в 100%. Эта технология разработана лабораторией Альбион. Это один из самых известных производителей хилированных аминокислот, которые связаны с минералами. Совершенно новая система доставки питательных веществ в организм – главный прорыв Эйджел. Кроме этого, суспензионные гели расфасованы в небольшие пакетики из фольги. Их очень удобно носить с собой, и это позволяет принимать их в любое удобное для вас время. К тому же, гели не нужно запивать водой. Никаких вам стаканов, таблеток, капсул и разбавленных соков. Способствуя своевременному приему нужной пищевой добавки, суспензионные гели максимально усиливают усвоение и использование каждого питательного вещества. Компания Эйджел совершила фурор в области пищевых добавок, сделав свою продукцию невероятно полезной, вкусной и очень удобной в применении.